Третья программа. Это маленькая тренировка, которая занимает всего 10 минут. Ее можно выполнять где угодно, в любое время. Для этого вам не потребуется никаких приспособлений. Начнем с разминки. Поглубже вдохните. Руки на пояс. Вращение головой. По три раза в каждую сторону. В другую сторону. Теперь вращение руками. Назад. Теперь вращение корпусом. На три раза. В другую сторону. Ноги на ширине плеч, вращение бедрами в другую сторону. Расставили ноги пошире, покачивание из стороны в сторону. По три раза в каждую сторону. Присели на одну ногу, утянули другую. Пальцы смотрят вверх, на другую сторону. Потянули, встали, ноги вместе, скрестили их, наклонились вниз. Теперь поменяли ноги. Теперь маленькая тренировка для наших ног. Приседания колени в стороны. 10 приседаний. Толкайте бедрами. Теперь 10 выпадов. Встали. Теперь 10 приседаний. Ноги чуть шире плеч. Как будто вы садитесь на стул. Теперь 5 выпадов. 10 выпадов. Последняя серия приседаний. Ноги вместе. Опять выпады. Встряхните ноги. Теперь упражнение на полу. На брюшной пресс и на грудь. Если у вас нет на полу ковра, возьмите чистите полотенце или маленький матрасик. Начнем с отжиманий. Руки чуть шире плеч. 10 отжиманий. Провалились назад. Следующий подход. Теперь ладони смотрят одна на другую.
Это упражнение больше на трицепсы. 10 отжиманий. Теперь руки чуть ближе друг к другу. Не так близко, но где-то на ширине плеч. 10 отжиманий. Потянулись. Руки вверх, вниз. Хотели руки за спиной. Прогнулись. Теперь будем качать пресс. Колени согнуты, ноги на земле. Поднятие корпуса. 20 раз. Следующий подход. Полное поднятие корпуса. Руки за головой. Теперь одна нога идет на другую ногу. Противоположная рука за головой. Тянем противоположный локоть к противоположной ноге. Другая рука лежит на животе. Поменяли ноги, поменяли руки. Руки положили под себя, чтобы поддержать нижнюю спину. Поднять ног. Это упражнение на нижние мышцы живота. И чтобы закончить наше упражнение, жим бедрами 50 раз. Ноги стоят на земле. Хорошо.
потянули ноги на себя, расслабили бедра, перекаты три раза. Теперь стопы вместе. Наклонились грудью к земле. Потянули ноги на себя. Обхватили ноги. Все. Тренировка сегодня окончена. Перевод осуществлен на студии.